Именно благодаря этим людям в наших домах есть свет, вода, тепло и уют. Сейчас в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ленинского городского округа работают 65 предприятий и организаций, среди которых ПТО, ГХ, Дорсервис и управляющие компании. В этой сфере задействовано более 3000 человек. Любой разумный человек не может не оценить ту искренность, тот вклад, который каждый из вас, каждый работник ЖКХ бытового обслуживания вкладывает в свой труд. Работаете и днем, и ночью, и в домах, и в системе благоустройства, создавая настроение. В преддверии дня работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается ежегодно в третье воскресенье марта, в историко-культурном центре звучало множество слов в честь и виновников торжества. От всей души, от имени Совета депутатов хочу вас поблагодарить за соработничество, за такое доброе сотрудничество, взаимодействие. В любое время дня и ночи мы всегда на контакте. И, конечно, хочу поблагодарить от имени жителей за вашу отзывчивость, неравнодушие, терпение, безусловно, профессионализм. Почетными грамотами и благодарностями Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области главы округа и Совета депутатов наградили наиболее отличившихся коммунальщиков. Среди них и Николай Макарычев, который в производственно-техническом объединении городского хозяйства трудится уже 20 лет. Он обслуживает и ремонтирует котельные, ЦТП и тепловые сети поселка Володарского, где сам и живет. У нас же прошла реконструкция там. Первый ЦТП заменили все оборудование, там сейчас новое. Так что сейчас они вот с 16-го года, у них никаких претензий к нам нет. Не обошли вниманием и ветеранов труда жилищно-коммунального хозяйства, которые работают в отрасли более 20 лет. В ПТО ГХ Николай Калошин, например, трудился с 1988 года. Начал с главного инженера, потом стал директором филиала жилищник. Значит, когда появилась необходимость возглавить спецавтохозяйство, директором спецхозяйства работал. Большое количество времени посвятил нашему городу. Очень приятно, что он у нас процветает, выглядит хорошо. И дай бог, чтобы так продолжалось. Теплые слова и поздравления сменялись песнями и танцевальными номерами. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.